Здравствуйте! Сегодня поговорим о реанимашках, которых я в разных способах пыталась спасти. И покажу, что из этого получилось. Вот это была маленькая реанимашечка, желтый листочек и зелененькая тут была пыпочка. Но она, к сожалению, в перлите не выжила. Она начала пускать... Ой, смотрите, зелененький корень. Хотела вытащить, выбросить, но мне что-то это жалко теперь выбрасывать. Пускай еще побудет. И этот корешок полностью зелененький. На ниточке который. Стволик коричневый. Не знаю, пропадет, не пропадет. Но оно мне не мешает, в принципе. Пусть так постоит себе в перлите. Правда, то, что я потянула, глубже его закопать, что ли. Смотрите, все зелененькое, посмотрите. Какая красота. Зачем же я вытащила? Верну обратно и дождусь хоть какого-то результата. Мне очень интересно, что будет с этим. Просто оставлю так, как оно стояло. На тумбочке здесь поставлю. Так, теперь хочу показать вам, что получилось. Вот мхом я обмотала полностью. Листочек увеличивается в размере. Все ему нравится. Корешок ярко-зеленый. Мох сухой. Вода только на дне. И этот корешочек питается. А здесь абсолютно сухой мох. Вот он из лесу мох. Это не сфагнум, а из лесу. И этой орхидейке все нормально. Следующая орхидейка, вот смотрите, я посадила на фитильный полив. Тоже хочу посмотреть, что получилось. Я еще даже эту бумажку не обрывала, чтобы открыть двойной горшочек. В общем, я посадила в кору. И сверху сухой мох обложила корешочки. И смотрю, что ей все нравится. Смотрите. Но сегодня эту орхидейку я хочу пересадить. Вот я купила двойной горшочек, тоже с фитильным поливом. Это мультифлора. Очень красиво. И хочу сюда посадить рядом возле этой мультифлоры еще одну мультифлору, которую я спасала. У меня есть видео, я вставлю, как я ее спасала, каким методом и что у меня получилось. Вот у нее были полностью сухие абсолютно корни, гнило уже, чернело, стволик чернел, вот этот. И посмотрите, мне удалось нарастить сколько корней и вернуть тургор этой орхидейки. И он даже пошел расти новый листочек. И цветоносики, вот видите, пошли. Но я их случайно обломала. Ну, неважно в этом деле. Я вам вставлю видео, чтобы вы посмотрели. Я наращивала у этой орхидейки корневую таким способом. Смотрите. Вот как вот это. Обматывала мхом сухим. На дне была водичка. Но эту воду надо поменять. Она почернело чего-то. Надо вытащить орхидеечку. Это сегодня сделаем. И поливала я ее препаратом HB101. Это натуральный виталайзер. Я очень люблю этот препарат. Вот я беру баночку с водой. Это вода отстоянная. С фильтра я набрала. Она вон бульбочки пустила. За ночь постояла. Беру этот препарат. Капаю водичку. Одну капельку и спокойно погружаю сюда орхидейку, и она у меня питается, стоит час-два, сколько ей надо. Еще я наращиваю на этом препарате корневую, то есть не так полностью погружаю, а вот так чуть-чуть, концы только в этом препарат касаются, и орхидеи тоже хорошо наращивают
корни. В данный момент у меня нет таких орхидей. В этой уже наросли корешочки. С ней все хорошо. Сейчас будем ее сажать. Сейчас я покажу, как я придумала новый способ посадить орхидейку. Это я вот подготовила немножко мха у меня есть. Это я на дно положу. Это с азиатской орхидейки. Мох остался. Для начала вытащим эту мультифлору. Посмотрим, что у нее получилось. Посмотрите, сухенькое все. А на конце корни зелененькие. То есть у нее все нормально так. А она пропадала уже, бедненькая. Сейчас вот сухое, один листочек засох. Его можно убрать. Можно пинцетиком. Можно ногтями, если можно. Так, легонечко. Желательно оставлять чистые стволики для того, чтобы если где-то появится зачаток корня, ему легче будет прорасти. А так эти чешуечки будут немного затруднять рост. И под чешуечками гниль может появиться, и все такое не нужно. Здесь был цветоносик. Видите? Ну, больше тут делать ничего нечего. Сейчас я ее посажу. Вот этот корень пустой стал. Видите? Это же реанимашка, это же не жизнь, не настоящая орхидейка, которая по дорогой цене. Свеженькая только прибыла. Ну, а реанимашки тоже же не хотят жить. Смотрите, сколько у нее тут всякой черноты. Сейчас я, знаете, что сделаю? Сейчас я эту орхидейку, вот эту маленькую, которая уже постояла в этом препарате, вынимаю. Я их буду сажать в один горшочек. А эту погружу немножко на время. Так. Вот этот цветонос я обрежу. Он засох полностью. Он нам не нужен. Хотя можно было бы оставить для того, чтобы не болталась орхидейка в горшочке. Закрепить ее палочкой. Вот это моя реанимашечка выжившая. Вот она с травмированным листочком. Я хочу их посадить, композицию сделать вот в этот горшочек. Посерединке посажу мультифлору. Эту полосатую. Она чернильного цвета и в полосочку. А по краям, с краю здесь посажу. Это невысокие орхидейки, маленькие. И мне удалось также купить еще одну реанимашку. Но более крепкая, чем моя. Сейчас посмотрим корневую. Видите, корневая. И она мне достала всего лишь за, смотрите, 50 гривен. Я как увидела, я пришла 7 марта. А там уценили их. Из-за чего не знаю. Сейчас посмотрю. Ой, вынять из горшочка не могу. Как же ее тут маленькая. Я же не хочу ей повредить. Она же такая красавица. Великолепная. Сейчас я чуть-чуть освобожу горшочек. Дырочка. Аккуратненько. Ой, извините, что я вместе с вами вынимаю. Но надо спасти ее. Корешочек, если повредится, ничего там страшного не будет. Но сделаем.
Вот я ее вынула из горшочка, правда, один корень не хотел вылезать. Видите, с каким трудом он здесь перегнулся и этим местом зажался прямо в отверстие. Ну ладно, немножко повредила. Сейчас я освобожу эту орхидею из мха. Вот испортился корешочек. Ну, надо освобождать аккуратненько, не спеша, чтобы он хорошо мох прижился к корням орхидейки. В мхе оставлять нельзя, так как она, не знаю, у меня были случаи, сколько у меня погибло этих азиатских орхидей из-за того, что они в мхе оставались. Теперь я решила, приняла решение, что никогда в мхе оставлять не буду. И мне очень интересно, какую я купила реанимашку. Жизнеспособная или не очень. И посажу их как композиция, и будет привлекательное зрелище. Когда зацветут, они очень красиво цветут. Вот. По-моему, получилось. Полностью освобождать не обязательно. Посмотрите, какую прелесть я купила. Сейчас я вам всем покажу. Смотрите. Она даже не совсем на реанимашку похожа. Ее можно даже отнести просто к обыкновенным орхидейкам. Черноты нет. Только вот этот центральный корешочек. Вот я его срежу. А так, посмотрите, стволик замечательный. Цветоносики есть, посмотрите. Вот еще пускает цветоносик. Это живучая орхидейка. Вот эти нижние листочки я сниму, которые из фласки были самые маленькие. Они вон сами хотят сняться. Вот эти сниму, видите? Совсем малюсенькие. Вот этот под цветоносиком. Правда, немного неправильно снимаю. Их надо разрезать пополам листик и разорвать в разные стороны. Ну, ничего. Все, вот такая вот у меня прекраснейшая орхидейка получилась. Посмотрите, какая красота. Я ее поливать не буду. У нее корни зелененькие. Вот это черное срежу. Серединку. И будем сажать. Наверное, вот этот корешочек тоже срежу. Я ее заглублять не буду. Вот. Прекрасное растение. Я считаю, что за 50 гривен это прекрасная орхидея. Вариегатная. Посмотрите, какая красота. Здесь нет листочка внутри. Так. Итак, начинаем создавать композицию. Сейчас беру свой двойной горшочек, который с автополивом. На дно горшочка я положу этот азиатский мох. Так как корень не сильно у них длинный, и мох внизу не повредит. Вот так. Смотрите. Это что за ниточка какая-то? А это кокосовая. Вот столько мха положила. Видите, немного. Ну, с одной орхидейки. Мочить не буду. Достаем большую орхидеечку. Вариегатную. Срежу ей цветоносик. Вот так вот. Он сухой полностью. Вот этот корешочек срежу. Вот здесь. Вот этот вот засох. Сухое состояние. Вот так посухое. Срежу. Он длинный, на конце зеленый, правда. Можно было бы не срезать. Но у нее много корешочков. Вот. Посажу их сюда. Вот так вставляю орхидеечку.
Так, эту красавицу помещаю с этой стороны. Вот так. Корешки стараюсь заглубить вниз. Они мне не нужны воздушные. Я хочу, чтобы они были все внизу. И свою реанимашечку тоже сажаю с этой стороны. И теперь начну засыпать все грунтом. Грунт вот я беру новый. Старый грунт я использовать не буду. Вот я разместила свои орхидейки. Мне так вроде бы все подходит. Теперь я начинаю грунтом их засыпать. Я высыплю это все на подносик. Тут кулечки немного осталось. Вот так подсыплю грунтом. Ну, не грунтом, а субстрактом для орхидей. Это специальные кора для орхидей с мхом, с углем. Что-то еще туда добавили, надо посмотреть. Вот сосновая кора разной фракции, уголь, кокосовое волокно, сфагнум мох, антисептик, перлит, песок, это минеральное добриво. Ну, интересно, посмотрим, как оно будет расти в этом составе. Все, теперь вот этим засыпаем. Так. Сейчас я посажу и вам покажу все. На дне пакета остался вот такой мусор. Вот это, по-видимому, беленький, это удобрение. Я все подсыпаю под горшочек. Весь пакетик ушел на посадку троих орхидеечек. Посмотрите, как получилось. Такая посадка, когда они зацветут, будет интересная композиция. Я вам все покажу, расскажу. Я немножко запылила. Мыть листочки я не буду. Купать я их под душем не буду, так как это реанимашечки. Ну, не стоит их лишний раз мочить. Теперь я беру сухой мох, который из лесу, и вокруг горшочка обкладываю сухой мох. Мох мочить я не буду. Увлажнять тоже не буду. Ни пульверизатором, ничем. Пускай он будет сухой. Он просто будет покрывать верхний слой, и не так вода будет испаряться, влага, которую я буду давать своим орхидейкам. И более красиво будет, зелененькое. Потом я поеду в лес и наберу свежего мха и заменю им верхний слой. Будет зелененький свежий мох. А пока у меня сухой мох, ничего страшного. Это им не повредит. Композиция у меня получилась замечательная. Я довольна своей посадкой. Я очень рада за эту реанимашечку, которую мне удалось спасти. Я вообще в восторге. Она такая была вообще уже никакая. Я уже могла бы ее выбросить просто. Стволика не было, корни потерялись. И я в шоке была. Я не стала вам показывать видео, посредине, которой я ее когда реанимировала. Она мне все время в мхе стояла, я на дно добавляла водички, и мне удалось спасти. Ну, водичку я добавляла препарат HB101. И я очень рада, очень-очень. Мне очень нравится эта вариатная орхидеечка. И посмотрите, как красиво получилось. Теперь, как я буду ее поливать, эту композицию? Поливать я буду слегка. Беру этот препарат, который я добавляла сюда, HB101, и по краю горшочка наливаю. Это же горшок с фитильным поливом.
посредине нигде, я все время в одно место поливаю, наливаю водичку. Все, смотрите. На дне вот этот нижний слой горшка полностью в воде и чуть-чуть зацепило воды. Здесь мох, он сейчас втянет влагу и передаст немного в верхней части. И вот таким образом у меня посажены орхидейки. Смотрите, как красиво. Я сама любуюсь, не могу налюбоваться. Я думаю, вам очень нравится. Я возьму еще вот такая щеточка у меня есть. Листики немножко пообтираю. Даже не буду влажной салфеточкой, ничем. Просто их пообтираю, чтобы, не дай бог, они нигде не подпортились. Мне этого не надо. И сегодня у нас 9 марта. Какой я себе подарок дополнительный сделала за 50 гривен. Я в восторге. Такую орхидейку за 50 гривен купить. Еще с такой хорошей корневой системой. Она будет очень, очень замечательно. Надеюсь, что они выживут. Я им не дам умереть. И посмотрим, когда зацветут. Все вам покажу, в каком состоянии они будут. Спасибо всем за внимание. До новых встреч, оставайтесь на моем канале и ждите новых видео. До свидания. А всех девочек с 8 марта желаю хорошего цветения вашим цветочкам, здоровья вам, вашим деткам, близким. Всех люблю, целую.